Я знаю, как вы любите, когда я много рассказываю и ни о чем, но вот сегодня такой случай, когда хочется поговорить о гага-сделках на Алиэкспрессе. Предела радости не было, когда я смог заказать три товара по очень низкой цене. В данном случае давайте посмотрим на ремень. Также была заказана футболка, где-то около 1,5-1 доллар, и было заказано два кошелька, на кои я тоже получил трек. Ремень мы купили за $1.27. Можем посмотреть. Не, $1.07 даже. Давайте посмотрим, как он офигенно выглядит. Ну и параметры, естественно. 4 сантиметра ширина, длина 135 сантиметров. Дальше не важно, потому что сейчас будете смотреть на это все дело, которое к нам пришло. Вот и, собственно, такие ремешки. С продавцом пришлось бодаться нереально. Он мне и говорил, и купи еще один ремень. Я не знаю, и отмени заказ, пожалуйста, потому что нет его в наличии. Ну, вы знаете, я настойчив, и, в принципе, какого хера? Я успел купить вовремя один из 20 этих чертовых ремней, которые стоят довольно недорого. Но он стоит $9 или $8. Я не думаю, что это настолько существенно. Пошел разговор, продавец все же замялся, ну и говорит, я тебе все же дам трек какой-то. Дал мне, естественно, трек левущий какой-то. Вот он. Смотрим, даже приближаем. Давайте посмотрим на это все. Чтоб я не соврал. Сравняем. Проверяем. Вроде как бы то же самое. Говорил продавец, я тебе пришлю ремень ничем не хуже, но только отмени заказ. Я говорю, я заказ отменять не буду, но это ведь смешно. Почему? Ведь я ничего не смогу доказать тебе, и как бы я буду тогда в дураках. Посему сегодня пришла посылка. Я как бы недолго думая, ну ладно, возьму. Вот моя рука, пусть она и небольшая, а вот посылка. Часы. Недавно я заказывал часы, простые такие вот с ремешком длинным. Я вот думал, вот это вот женские часы на подарок закручены и все такое. Но нет. Написано какими-то каракулями Belt. Цена $3. Я заплатил один, заметьте. Давайте его распаковывать. Я не думаю, что там ремень 4, с шириной 4 сантиметра. Я вот мерил член, и у меня осталась линейка. Она поцарапана. Но, блин, 4 сантиметра вот столько. Да. Ладно, давайте. Хватит трепать. Даже не жалко порезать, вдруг там какое-то дорогая вещица. Вот, даже порвано. Ой. Кстати, ремень не секс, ну, чтобы вы знали, как бы. Чистая кожа. Супер. Кожа самая настоящая, я не знаю, молодого дермантина или кого. Если честно, он легкий, наверное, 20 грамм весит. Сделан из поролона, некого подобия. Ну и коль такие хорошие AliExpress, давайте сравним. Вдруг, потому что я дебил и не понимаю толка в ремнях. Ну и вы как бы рассудите, наверное. Ну и это видео, собственно, я отправлю на Али. Правда, ничего я не добьюсь, я думаю. Практически идентичный. Ну ведь правда ведь. Ну что сказать-то. Тот же самый ремень, что я заказывал. Главное 4 сантиметра ширина, которая, видно, я не домериваю как-то. Ну тут, кстати, ширина, вы знаете сколько? 1,5. Ну где-то он не добрал ширину 2,5 раза. Так что вот так, ребята.
Не знаю, как там придут кошелечки 2 по доллару. Я думаю, они будут, наверное, вообще вот такие. И придет футболка, которая вообще не трекается на данный момент. Вот и как бы стоит, мне кажется, думать после этого, стоит ли в этих акциях принимать участие. Я понимаю риски, я выбью этот доллар, скорее всего, но просто неприятный осадок, поскольку как бы вдруг я кому-то пообещал этот ремень или сам рассчитывал, например. Я вроде, кстати, белый заказывал, а может и коричневый, я не помню. Но вот который более-менее на мужской похож, по-моему, или черный, черный, по-моему. Вот так-то. Что я хочу еще сказать по Алиэкспрессу? Говно. Я бы не рекомендовал, например, технику брать, потому что потом будут огромные проблемы со возвратами. Я вот на Алиэкспрессе в основном беру такую вот более-менее мелочевку. Плеер несколько раз покупал, одежды немного. Ну и такое вот, я бы не сказал, такие вещицы, за которые как бы не особо стоит париться по отправке обратно или по отправке на гарантийный ремонт. Вроде как все, что я хотел рассказать вам. Заходите на группу Wine Internet. Мы там все опытные покупатели. Вы скоро тоже станете опытным. Елки-палки, будь в курсе. Ну и пока. Пока.